Всем привет, друзья! И с вами, как всегда, Лёва. И вот появилась очень и очень интересная новость. Я считаю, что просто новость, которая заинтересует вас. Армия Израиля начала эвакуацию жителей Рафиха. Израильская армия призывает жителей восточных районов Рафиха на юге сектора Газа эвакуироваться в расширенную гуманитарную зону, созданную в городах Аль-Маваси и Хан-Юнес на юге сектора. Друзья, не забываем подписываться, ставить лайки и обязательно высказывать свое мнение в комментариях. Комментарии и ваше мнение очень важны для меня и для тех, кто обсуждает эту тему.